мы должны были подготовиться, наверное, к этому. Ну, значит, я буду снимать, как я считаю нужно. А можно не следить за это? Денис Владимирович, хамство не лучший способ общения между собой. Я не понял, я сделал замечание. Согласно закону, я не имею права передавать право. Да. Я не знаю, я не хочу, чтобы было видно на ему. Я не хочу, чтобы было видно на ему. Я не хочу, чтобы было видно на ему. Вариант на 20, на 4 марта 2020 года. Протокол административного правонарушения. Рапорт инспектора Зинькова. Постановление по делу решения Свердловского областного суда от 17 апреля на жалобу Кирьянова на постановление предустройства районного суда 25 марта. Разгром проверки лиц и транспортных средств по базе Ровска. Так, у ответчика возражение имеется, уважаемый господин. Александр Иванович. У административного судья уважаемый есть? На усмотрение суда. Суд определил сообщить по первому делу письменно с приводными документами. Можно замечание сделать? Да. Вы можете установить камеру так, чтобы она полностью охватывала весь процесс, а не только меня, в том числе и вас. Когда я буду выступать, я буду переводить камеру на себя, если что. Нет, вы можете сделать так, чтобы это было объективно. Ну давайте куда-нибудь на шкаф поставим. Давайте, чтобы смотрите так, чтобы видно было процесс полностью, а не пускай. Да, здесь нет подставок. Я не знаю, я не хочу, чтобы было видно на ему. Вы должны были подготовиться, наверное, к этому. Ну, значит, я буду снимать, как я считаю нужно. Ну, сейчас я возражаю против такого. Возражать надо было приходить. Видеодокументирование. Денис Владимирович, хамство не лучший способ общения между собой. Я не понял, я сделал замечание. Вы в корректной форме ответили. Хорошо, я не буду снимать представителя, буду снимать самого ответчика. Так вас устроит? То есть снимать суд и себя вы не желаете? Избирательная съемка? Нет, я буду по мере выступления переводить объектив камеры на выступающего. Поставьте вот сюда стул, поставьте камеру тогда, чтобы было видно всех участников процесса. Вот у вас стул. У меня он занят документом. У вас два стула, пожалуйста, используйте. У них тоже два, которые не используют. У вас еще и стол есть. Достаточно широкий угол, вы можете охватить всех присутствующих с вашей стороны. Ну, широкий угол, но малое расстояние. Можно я посмотрю? Посмотрите, мой стул видно. Вот у вас... Вы данное требование выполнили? Нет. Почему? Поясните. Потому что у меня нет такой обязанности. Закон России, на тот момент Российской Федерации. Ну, то есть вы посчитали, что выходить из вашего автомобиля и проследовать патрульный автомобиль, вы не должны были отвечать. Я посчитал, что я имею право пользоваться своим конституционным правом на свободу передвижения. Вот что я посчитал.